Долгожданная новая модель кроссовера стала холстом для реализации самых смелых творческих идей. Курская художница Екатерина Ребежа разработала авторский дизайн известной марки авто. Это уже не первая всероссийская заявка Кати. В октябре на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи она придумала эксклюзивный эскиз экипировки для сборной страны по ралли-рейдам. Дерзкий и смелый кузов машины оценила наша съемочная группа. Ярко, креативно, бодро. Почерк Екатерины Ребежа на лицо, а точнее на кузове. Сильный и дерзкий характер авто плюс творческая раскованность художника. Теперь это настоящий арт-объект на колесах. Свобода в каждом элементе. Мысленно я работала под девизом «Автомобиль без границ в диалоге со всем миром». И источником вдохновения послужили этнографические зарисовки и также флаги народов мира. Получается, у нас концепция такова. Дух свободы, который призывает быть принадлежащим к своему племени. И это очень важно. То есть люди сразу почувствуют какое-то единение, почувствуют силу такого культурного обмена. Дружба народов, интернациональность, динамика, скорость. Кроме смысловой нагрузки, такой графический дизайн повышает безопасность авто. Не заметить его на трассе просто невозможно. Настоящий король дорог, равных которому не найти. Например, скорость на автомобиле демонстрирует такие особые характерные детали, как разводы от скорости. Вот краска будто бы стекает по бамперу, и мы даже в статике ощущаем движение. И это очень важно. Это такая вот стилистическая находка. Авторский дизайн Кати имеет все шансы выйти на конвейер. 12 марта стартует народное онлайн-голосование, по итогам которого, возможно, работа именно курской художницы будет выбрана для клейки кузова. Победитель получит путевку на главную международную выставку современного искусства в швейцарском Базеле. Ирина Шашкова, Денис Федорков, телеканал «Сейм».